песенный, легендарный Иртыш. Могучая главная река республики. Павлодар. Основанный 250 лет назад, город переживает сейчас вторую молодость. Она пришла к нему вместе с веселыми песнями первоцилинников, вместе с гулом могучих моторов и голосами огромных новостроек. Молот Павлодарский ордена Трудового Красного Знамени «Алюминиевый завод». Предприятие работает по самой современной технологии. Здесь создана и внедрена в производство уникальная последовательно комбинированная схема Байерс-Пекани. Она позволила намного увеличить эффективность производства, повысить качество продукции. Вот он, Павлодарский глинозем, сырье для производства крылатого металла алюминия. А недавно на заводе освоен выпуск галлия, крайне редкого элемента, необходимого в радио электротехнической промышленности. В соответствии с решениями 23-го съезда КПСС, почти одновременно с алюминиевым, в Павлодаре началось строительство тракторного завода, одного из крупнейших в стране. Русские, казахи, украинцы, люди самых различных национальностей поднимали его корпуса, осваивали оборудование, с волнением ждали минуты, когда на сборочный конвейер была поставлена рама первой машины. Это было летом 1968-го. А меньше чем через 7 лет с конвейера Ордена Трудового Красного Знамени Павлодарского тракторного завода сошел 100-тысячный казахстанский трактор. Высокой чести работать на 100-тысячном казахстанском тракторе удостоена Асия Каиргельдина, механизатор совхоза «Озерный». Она родилась и выросла на этой земле, ей и посвятила все свои силы. Школа, профессионально-техническое училище, звание лучшей трактористки республики по итогам 1973 года, орден Ленина за ударный труд, именной юбилейный трактор. Таковы вехи ее короткой биографии. Так живет и трудится коммунист Асия Каиргельдина, делегат 25-го съезда партии, человек простой и счастливой судьбы. Энергия Ермаковской ГРЭС очень нужна бурно развивающемуся павлодарскому индустриальному комплексу. Без нее не смог бы работать и Ермаковский завод ферросплавов, самое молодое предприятие области, которому предстоит в ближайшие годы троекратное увеличение мощностей. Уже сегодня завод является одним из основных в стране поставщиков необходимых нашей черной металлургии сплавов. Проектные мощности вводимых здесь печей осваиваются в рекордные сроки. Не за 2 года, как это предусмотрено нормативами, а всего за 6 месяцев, в 4 раза быстрее. Только за 1974 год экономический эффект от досрочного введения печей составил по заводу 1,5 миллиона рублей. Павлодар, 2015 год. Любимое место отдыха горожан по-прежнему набережная Иртыша. Обрывистый берег реки облагородили еще в 1966 году усилиями рабочей молодежи и активистов горкома партии. А это старый город, улица Ленина. Здесь сохранились уникальные постройки. В этом доме купцов Сурикова и братьев Баландиных расположился драматический театр. Здание построено в 1890-х годах.
Из современных памятников архитектуры своим размахом удивляет Благовещенский кафедральный собор. Его построили по образцу одного из соборов Кремля. Самый большой колокол храма весит более тонны. Своим величием поражает и мечеть имени Машхура Жусупа. А это здание казахского музыкального драматического театра имени Жусупбека Аймауытова. Его возродили в 1990 году. До этого существовал всего лишь драм-кружок клуба «Иртышских речников». Но в 1948 году его закрыли. Сегодня в городе на Иртыше проживает более 370 тысяч человек.